Всем привет, дамы и господа. Вот мы, значит, едем. Ой, подписчик умер. Ну ладно, ничего страшного, едем дальше. Так вот, я хотел, пользуясь случаем, передать привет твоей, ой, в смысле своей маме. Вот так вот мы летим. Ой, ай, нормально, в принципе, неплохо. Ну, в, да, хорошо, все, в принципе, нормально. Едем дальше. Так вот, пользуясь случаем, хочу передать привет своей. Ай, нормально. В принципе, нормально. Мы еще едем, ребят. Короткая жизнь. Понимаешь, жизнь на самом деле, она очень коротка. Не успеешь и глазом моргнуть. Как ты уже старый и никому не нужный хрыщ. Так это до старости, там нужно еще и дожить. И это очень сложно будет сделать. Особенно в этой игре. В этой игре мы будем играть вот за этого бородатого мужичка, которому просто нужно идти вперед. Понимаешь, нужно просто идти вперед по жизни. Вообще не взирая. Невзирая ни на какие препятствия и последствия. Мне кажется, выпал глаз. Но все в этой игре будет пытаться нас убить. И чтобы выжить, нам придется очень и очень постараться. Теперь ты понимаешь, да, почему эта игра называется «Короткая жизнь». Уж не знаю, как в реальной жизни, но в этой игре жизнь точно очень и очень короткая. Проползаем под этой штукой. Ты посмотри, какая-то звездочка. Звездочка мне нужна, нормально. Перепрыгни. Да я вообще спортсмен, разбегаемся и прыжок. Блин, это только первый уровень. Все, моя жизнь в моих руках, и ничто не сможет меня убить, потому что я ползу, и я ползу к своей цели. Неважно, с какой скоростью ты ползешь, главное, что ты ползешь. Так же оно правильно говорится. Нет, ну почему, ну я перепрыгнул? Блин, ну первый-то уровень я должен сегодня пройти. Ля, хорош, вообще перепрыгнул. Опа, вот так вот, опа. И раз, и два, капец, я спортсмен. Я спортсмен, ёпта, бежим, 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 бежим. Нормально, все, да в принципе вообще ничего сложного здесь нет, нормально. Вставай, вставай, мужик, вставай. Давай, боец, побейся башкой об лампочку. Так. Подожди, я еще жив. Я еще жив. Во мне стрела, но я все еще живой. Берем. Звездочку, да почему ты умер? Почему я просто прыгнул? Ты башкой об стенку ударился, ты дебил. А я иду такая вся. Все, главное запомни, что я... Да тут сраная стрела. Ну я знал же, что она выстрелит. Ползем, ползем, ползем к своей цели. Да, я прошел уровень на ту звездочку. Вот это я хожу. Самое главное, что выжил. Без глаза, ну и хрен с ним. Главное, что живой. Поэтому мы переходим к следующему уровню. Левел 2. Перепрыгни, да я знаю, знаешь, что перепрыгивать это нужно, срань, капец, я думал, сейчас дорогой я... Это что такое? Это зачем оно здесь? А зачем это вы такую штуку здесь повесили? Подожди, что там жужжит? Что-то жужжит, я, ты слышишь, там что-то жужжит? У меня справа в ухе что-то жужжит. Ага, это сраная пила. Ты не убьешь меня, тварь, иди в жопу. Вот так вот собираем звездочку, нормально. Так, что, не понял, почему написано стоп? Почему написано стоп? Я стою, а я вообще лежал даже. Я все продумал, все, теперь можно спокойненько вот так вот. Ну что, ты не можешь по лестнице забраться, ну что это такое? Почему я играю за какого-то инвалида? Блин, меня сейчас расплющит нахрен. Все, прыгаем, прыгаем, пробегаем, нормально, живой. Что? Что, не понял? Берегись пушечного снаряда, ползи. Так, хорошо, все, ползем, я ползу. Я живой, нормально, так, мусорка. Мусорка точно не сможет меня убить, отлично, нам нужно туда, зачем? Что-то, мне кажется, меня обманывают. Мне кажется, нам не нужно прыгать вниз, я не хочу, нет, нет, нога сломалась. Нормально, нормально, ног нету, ползем. Ты сможешь, ты сделаешь это. А подожди, а как я без... Ног-то проползу! Тут же перепрыгнуть нужно, а ты умеешь прыгать? Давай, вставай, да ну не выпендривайся, ну... Капец, он лошара, даже без ног прыгать не умеет. Вот это вообще, ну это насколько нужно быть ущербным, чтобы без ног не уметь прыгать? Ноги это тоже бесполезный орган. Так, все, сейчас опять шарик покатится. Все, мы увернулись, а я опять лежал. Я просто решил прилечь отдохнуть. Понимаешь, жизнью нужно наслаждаться. Не нужно слишком быстро бежать. Так вот спокойненько проходим. Совершенно вообще не паримся, нормально. Чуть не прибило снарядом, но я все предусмотрел, потому что я уже ползу. Здесь нужно как-то аккуратненько спуститься, чтобы у нас не сломались ноги. Нет, не ломайтесь, не ломайтесь. Да куда? Почему у меня ноги в пол зашли? Подожди, мне нужно кресло. Я хочу лезть на кресло. Я хочу... А, нет, не выбирай только, пожалуйста. Ладно, все, я иду пешком, перепрыгиваю. Хорош, вообще просто лучше. Что это за хрень? Эта штука меня убьет, она под напряжением. Давай-ка лучше эту штуку перепрыгнем, потому что хрен его знает, что это. На три звездочки прошел. Вообще даже не почувствовал я этот уровень. Уровень третий. Там были нарисованы какие-то качели. Мне это совсем не нравится. Какие нахрен качели? Подожди, я могу пол... А, это лифт. Все, поехали на лифте. Сейчас меня по-любому сверху что-то приплющит, поэтому давай-ка мы лучше поползем. Все, я ползу. Ля-ля-ля-ля-ля-тай. Ладно, все, ползем вниз. Ай, только не головой.
Ай, я думал, нам вниз нужно, а нам, оказывается, перепрыгнуть. Ну так-то бы и сказали. Все, я понял, здесь нужно перепрыгнуть. Да куда? Ну я же прыгнул, ты почему не можешь устоять-то на двух ногах? Может, надо разбежаться, я ничего не понимаю. Давай разбегаемся, прыжочек, ну почему, почему, почему? И два, капец, я силач. Все, теперь я готов прыгать. Хорош, я... Что это такое? Что это? Что это? Мне такое не надо. Ползем, 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 аккуратненько, аккуратненько. Я преодолел это препятствие. Забираемся вот так вот. Не торопясь, поднимаемся по ступенькам. Так, здесь какие-то провода. Как я понимаю, если я прыгну, то меня нахрен ударит током. Поэтому прыгать я не буду. Я... Нет, нет, ползти тоже нельзя. Там это странная пила. Здесь нужно разбежаться и... Широкий Жека идет. Широкий Жека идет к своей цели. И теперь и раз. Хорош, вообще даже не повредился. Что за тележка? Я должен залезть в тележку. Хорошо, давай, допустим. Все, мы едем. Мы едем. Мы едем на тележке. Да почему? Ну я же ехал. А я веселый таракан. И я ползу, ползу, ползу. А потом просто вот так вот берем, встаем. Прыжочек перепрыгиваем вообще без проблем. Безукоризненно пройденное препятствие. Теперь нужно сосредоточиться. Мы с тобой должны прыгнуть вот так. Вот теперь можно даже сесть. Можно сесть. Все, мы едем. Мы... Да почему? Да ты же ехал нормально. Ну ты дебил. Все, встал, поехали. Да куда? А почему ты едешь вообще не в ту сторону? Ты что, глупая? Пожалуйста, ты должен ехать вперед. Да почему ты едешь? Ты туда нет, телега. Пожалуйста, стой. Стой на месте. Все, я стою. Я стою. Нет, там нужно в ту... Не, не в эту сторону. Куда ты едешь, дебильная? Все, встал. Стою, стою и еду. Куда еду? Не туда я еду. Я хочу в ту сторону ехать. Встали. Да почему? Почему она едет не в ту сторону? Что с этой тележкой, блин, не так? Да пожалуйста, да куда? Нет! Нет, только не на пилу! Нет, 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 нет! Стой! Стой! Стой на месте! Прыжочек! Все, встали, встали, едем, 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 дрифтим, дрифтим! Слышь, тележка сраная, ты можешь ехать вперед, а не назад, ну не на коле-то ты меня кидай, ну что ж это за вообще небезопасный транспорт, ну, она уехала, она просто уехала от меня, и что мне теперь? Стой, падла, ты от меня так просто не уедешь, ты от меня так просто не уедешь, мы с тобой доедем до конца, мы с тобой доедем прямо до конца, подожди, может, нужно вылезти, я не хочу, сейчас нельзя умирать, тут написано стоп, все, я остановился, я стою на месте, а, тут нужно наверх, хорошо, давай, а куда наверх? Куда? В смысле? Как наверх? Я ничего... Нет! Нет! Что происходит? Мне ногу зажимало! Я еще живой! Я живой или нет? Я не понимаю, что творится нормально! Нога застряла в лифте, но в целом не страшно. А подожди, а я встать-то не могу. А я встать теперь не могу. Я могу только ползать. Давай! Доползи! Доползи до конца! Сколько раз я это пытался пройти? Это был третий уровень. Подожди, а сколько здесь всего уровней? Ну понятно, понятно, в принципе, я все понял. Чувствую, что это был последний уровень, который мы сегодня пройдем в серии. Это просто самая сложная игра на свете. Что это за дичь? Так, окей, это какой-то подъем. Я поднялся наверх. Вот это бомбочки, вот это мне совсем не нравится. Подожди, а можно типа так вот нагнуться, знаешь, так по приколу. О, вообще хорош! Нормально, подожди, мне еще выше надо. Мне нужно еще ехать выше. Нет, только не еще выше. Мне нужно вот здесь, в принципе, остановиться. Ага, еще один лифт. Все, я еду. Какая-то подлянка. Я чувствую, какая-то подлянка сейчас будет. Что за стоп? Что за стоп? Я остановился. Нет, 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 забери меня обратно, забери меня, нет, нет, только не туда, сран! Все, все, надо бежать, надо бежать, надо бежать, я... А, капец, я успел! Так, все, это конец уровня, пожалуйста, пусть это будет конец уровня, да что за хрень? Что за хрень? Какая-то хрень тут поднимается, все, прыжочек! Да, нормально, нормально, перепрыгнули. Какая-то мельница, это что, это крутиться будет? Мне не надо, чтобы она крутилась. Мне вообще не нужно, чтобы она крутилась. Используй это, зачем? Зачем мне мячик? Я не футболист, я хочу, просто хочу выжить, я хочу выжить, я не хочу быть футболистом. Финаю, и что? И что это такое, зачем? А, это мины нахрен! Так, подожди, все, они все взорвались, а где мячик? Все, мячик вернулся. Футболист, я пинаю мячик. Опа, 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 идем, идем, ведем мяч. И длинный прыжок. Не совсем длинный, конечно, получился этот прыжок. Все, я понял, там, где будет длинный прыжок, нам нужно реально очень-очень далеко прыгнуть. Потому что если в другом случае я просто сдохну. Давай, мячик, ты должен взорвать эти бомбы. Капец, я даже погад сел. Здесь нужно просто далеко прыгнуть. Далеко прыгаю, очень... Как далеко? Как? Я же прыгнул далеко. И мячом владеет Евгений. Он ведет мячик и гол! Хорош, все, больше мячик, насколько я понимаю, мне не нужен. Мне нужно перепрыгнуть туда. Ну как это сделать?
Я могу просто прыгать. Я не могу прыгать далеко. У меня, наверное, есть вопросик, что это со мной такое случилось. А со мной все в порядке. А знаешь почему? Потому что меня ничего не остановит совершить этот длинный прыг. Я просто ногой зацепился. Почему я сразу сдох? Давай! Да почему ты своей сраной ногой зацепился? Я не понимаю, нужно разбежаться или нужно как-то по-особенному прыгнуть? Ну пожалуйста, ну почему ты умираешь? Я не понимаю. У меня такое ощущение, что я что-то делаю не так, ну вот что? Короче, я тут решил даже погуглить. Возможно, я как-то неправильно управляю этим персонажем. И возможно, я какие-то не те кнопки жму. Но никакой информации я не нашел. Чтоб ты понимал, у меня в этой игре есть 4 кнопки. Это ну вот прыгнуть, да, вот так вот я могу прыгнуть, так вот. Присесть я могу и ходить направо и налево. Все, больше я ничего делать не могу. Как бы я ни прыгал, вообще не важно, как бы я ни прыгал, он не долетает. Возможно, я как-то должен ногами шевелить, я не понимаю, или с разбега как-то пройти. Может, как-то должен ускориться. Я этого не понимаю. Поэтому все, мое терпение лопнуло. Я пробую последний раз, и если у меня не получится, пошла нахрен игра. Не, ну это просто невозможно. Не знаю, может, какой-то баг или еще что-нибудь. Но он не прыгает. Ну все, ну вот все, но он зацепился. Ну ты видишь. Ну я прыгнул, ну я прям с самого края прыгнул. Ты не веришь, что я с самого края прыгнул? Хорошо, я покажу тебе еще раз. Может, я как-то могу за своего персонажа ноги вперед вытягивать? Ну, смотри, я прыгаю, и ничего, все, ноги, они на месте остаются. Никакого длинного прыжка, как там написано, у меня сделать не получается. Давай попробуем прыгнуть с места, но встать на самый-самый край. Я могу это сделать? Прям на самый-самый край сейчас встану, главное не... О, это самый край, все, это самый край, я прыгаю и... Я даже близко не долетаю. Я даже близко не долетаю. Все, с меня хватит. Я вернусь в эту игру только если под этим видео наберется 50 тысяч лайков. Вы все равно никогда не наберете 50 тысяч лайков. Поэтому все, я больше не буду на игру это снимать. Я больше никогда в нее не зайду. Не забывай подписываться на канал и тыкать на колокольчик. Я тут во много разных игр играю. Не только в эту дебильную игру. В эту дебильную игру я больше не зайду. Ну, конечно, если 50 тысяч лайков не наберется, 50 тысяч лайков не наберется. Про мой телеграм-канал тоже не забывай. Если не подпишешься на него, то ты пиписька. Ну, а мы с тобой увидимся никогда больше. Увидимся в следующей жизни, увидимся в следующей короткой жизни, увидимся в следующем видео, пока.